Соревнование по владению стрелковым оружием среди росгвардейцев Северо-Запада открыло прекрасную половину силовиков. Задача этого этапа – не сбить дыхание и поразить 4 мишени за отведенное время с лучшим результатом. На полигоне управления Росгвардии по Республике Карелия будут соревноваться более 100 человек. Среди них 4 мастера спорта России, 18 кандидатов и военнослужащие, имеющие спортивные разряды. Положением о проведении чемпионата предусмотрено ряд упражнений из пистолета Макарова, автомата Калашника и снайперской винтовки. Как для военнослужащих мужчин, так и военнослужащих женщин. Участники покажут мастерство поражения мишеней как в классической дисциплине из разных положений, так и в скоростной стрельбе. По словам военнослужащих, меткость – это правильная техника стрельбы, помноженная на опыт и тренировки. Когда человек уже наработал технику стрельбы, дальше уже идет работа с психикой. То есть он может в тире у себя, в подразделении, выполнить упражнение замечательно, но приехать на соревнования и в мишень практически не попасть. Хочу сказать то, что для укрепления, развития вот этой психологической подготовки необходимы именно выезды на соревнования. Соревнования проходят в Петрозаводске не первый год. Здесь созданы максимально комфортные условия для спортсменов. Есть все необходимое полигонное оборудование для любых видов упражнений. Итоги подведут в пятницу, 26 мая. Победители будут представлять Северо-Западный округ на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в Ангарске в середине июня. Илья Лопухин, Максим Зверев, служба новостей.